Привет всем, вы на канале Valerie Life. Сейчас мы зайдем в американский Walmart, и я вам покажу, что у них есть. Обычно в Walmart я покупаю молочные продукты, потому что они намного дешевле, и кое-какую одежду для детей. Пойдемте посмотрим, что там. Конечно, американский Walmart мало чем отличается от канадского Walmart. Те же пижамки, те же платьичка для бабушек. Но иногда в этом магазине можно найти то, чего нет в нашем канадском. Мы очень часто заходим именно в детский отдел и очень часто находим интересные платьица для Лизы. В прошлый раз я купила ей много-много маечек, которые она одевала под свитер зимой. К сожалению, в канадском Walmart я подобные маечки не нашла. В этот раз мы купили вот такой сарафан, обалденный сарафан, и вот такое платье. На Лизе все сидит идеально. Я зашла в отдел косметики для того, чтобы посмотреть, что у них новенького и, может быть, найти то, чего нет в канадском Walmart. Но, к сожалению, и цены, и ассортимент один и тот же. Так что по косметике мы прогулялись, но ничего не купили. Обычно в Walmart я покупаю много-много молока и много-много сметаны. Ну, конечно, вы можете сказать, что молоко в Америке можно купить в любом продуктовом магазине, и вы будете 100% правы. Но сметана в таких больших упаковках вводится только в Walmart. Упаковка 1 литр 360 миллилитров, или как это в килограммах, 1 килограмм 360 грамм. Почему я беру сметану? Потому что у нее натуральные ингредиенты. То есть только молоко и бактерии, и больше ничего. К сожалению, в наших канадских сметанах есть и модифицированное молоко, и крахмал. Но могу сказать одно. Если вы путешествуете по Америке и возвращаетесь с аквапарка J-Peak, если вы ищете ближайший Walmart, он находится в городе Обани-Сити. Но, ребята, мне этот магазин не понравился, потому что выбор продуктов очень слабый, а остальной ассортимент ничем не отличается от наших канадских магазинов. Ну вот, как всегда, я взяла сметану и молоко. Все остальное, сыр. О, господи, кит-кат. И еще для меня было удивлением, что в Walmart есть вино. Сегодня мы были в Walmart в городе Обани-Сити, и, честно говоря, я осталась недовольна, потому что выбор намного слабее, чем в других Walmart'ах. Но, как ни крути, видео снято, так что, если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Простите,